делаем и все остальные, мы не выходим в стойку в конце, а у нас получается что-то у некоторых вот такое, наполовину как бы, потому что туда, вот ты сейчас так делаешь. Макс, еще один сам по себе сделай, два раза с одной, два раза с другой. Отжимай. Вышел, надо встать в этой стойке, зафиксировать ее на короткие доли секунды. И пошел, да, с другой стороны. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Ше. Красавчик. Это как самостоятельная работа. Вы как художники рисуете полотно своей вот техники. Да, как вот у вас по какой территории летают руки и так далее, и так далее. И еще разок. Ей. Приседаешь вниз. Вниз приседаешь. Раз. Спинку ровно. И выпрямляешь. Раз. Опа. То есть не на носочек, а пяточки разводишь. Чтобы в этот момент ты был полностью собран. То есть просто провалиться вниз туда. Короче, знаешь, изменение своей позиции при огневом контакте с противником. То есть ты должен такой не вниз прыгнуть, там, не подпрыгнуть, и вниз упасть, короче. Подпрыгнул и плашмя на пол, короче, как дерево. Бум. Да, то есть ты должен обмякнуть, как веревку, хоть сразу, хоть туда, вниз, как бы, да? Вот, вот здесь то же самое, то есть когда ты стоишь, вниз просто-напросто, раз, хоп, вниз ушел. Если ты центр тяжести вот так вот сделаешь, как вот ты сделал, раз, туда, назад, то когда ты сделаешь, как бы, можешь вперед, ну, оставить его там же спереди, то есть ровненько, то есть компенсирую вот это движение сбоку тебе сделаю, чтобы оно было не вот так вот, а вот здесь вот так вот. То есть ровненько, спинка ровненько от пояснички вот этого места до лопаток вертикально. Вот. И твоя задача обмякнуть, туда раз. Можно уже в этот момент как бы ту-ду-ду-ду отстреливаться. Понял? А потом там на месте уже рюкзак скидываешь, если надо, сделаешь из него баррикаду и так далее. Но надо быстрее это сделать, понимаешь? Не вставай на носок. С правой стороны правым блоком, потом 5 раз левым блоком. Ос. Потом меняйте справа 5, лево 5. Покатай. Отжимай. Ваша задача, чтобы у него не вышло ничего. То есть противодействуйте, вы же схватили. То есть не подыгрывайте, чтобы это было не форсом каким-то там. Чтобы это по-настоящему было, чтобы он пострадал тяжело. Используйте занижение центра тяжести двумя руками, Макс. Тут даже просто, когда ты руку смещаешь сюда, раз, уже как бы вот такой. Раз. Это то же самое, как пах, ножка кидается, хи, то есть такой раз, оно его напрягает. Когда рука снизу идет, разницы же нет, в принципе, по большому счету, от реакции противника, когда мы ногу кидаем, либо когда мы ему хи, сюда вот, прям пах руку кидаем, выкидываем, правильно? Нет разницы, он также напрягется. Раз. И вот так. То есть, чтобы у тебя было просто туда. Рывком надо, рывком. Не тянуть. Когда ты тянуть, ты не получишь у тебя чего. Тебе надо рывком. Рывком туда. Раз. Можно ради интереса попробовать это медленно сделать. Раз. Сделали. И довернуть еще как бы сюда. Или ровненько сделать с этого положения. И голову не опускать, не надо вот так вот сюда. Надо вот таким именно смотреть туда. 5 с одной, 5 с другой. Хорошо. Макс, противодействие выбивается слишком легко. Видно, что ты не делаешь усилия, не делаешь. Сделай усилия. Куху, не отсюда. Куху. Рывком надо, а ты такой медленный. Делаешь вязок. Она такая, куда ты делаешь? С ускорением максимально, фиксация в конечном итоге. То есть резко, чтобы рывочка была. Сделали? И сейчас то же самое берем. 5 раз с одной, 5 раз с другой. Поменялись. Делаем. Идет на руке. Как же? Ты быстро делаешь, попробуй технично сделать сначала, посмотреть, разобрать этот момент, как он выглядит.
замах. Видишь, куда ты делаешь руки? Вот так вот. Что это за замах такой? Рука здесь должна быть. Тебе говорят, сделай медленно. Не спеши. Технично сделай, попробуй как бы. Раз. Если технично, медленно делай, как бы, скажи медленно, чтобы он сильно не про это. Чтобы посмотреть, как вот у тебя. Не вот так смотри, а вот так, ровно. И вот с этого положения, да, уже. И в какое место ты поднимаешь, здесь она проходит у тебя рука, или здесь ты в запястье держишь. Разница большая. То есть два разика медленно и три резко. То есть первое, тут как два оса. На сюту маласи укрея. Ос, ос. То есть и здесь тоже. Ос первый. И потом второй. То есть два движения получается. Два таких акцентика. Раз. Раз. И заметьте, лучше получается, если ты занижаешь центр тяжести. Ты сам непроизвольно это делаешь, на видео потом посмотришь. В стойке, когда ходишь, становись ниже, потому что у тебя не гимнастика, чтобы не получалась такая своеобразная. Чтобы это было не просто сделать форму какую-то, без какого-то, без смысла, без ничего. То есть там присутствует смысл должен. Совсем удачное решение вопроса. Иногда надо хитрости только, понимаешь? Технично. Ты сразу же берешь блок вот так. То есть ты стоишь, и у тебя сразу же вопрос. А ты сделай раз, чтобы у меня запястье ослабилось. Попробуй как бы. Раз, чуть-чуть. Фокус как бы такой небольшой раз. То есть прокручиваешь, когда ее, да? Руку прокручиваешь, когда вот, смотри, держи. Вот, когда ты руку прокручиваешь, просто ты держишь, и видишь, она уже ослабла, да? Тут вот просто дергать из рук вырывать как бы сложно. А если мы скрутим вот так вот, да? И здесь она сама уже как бы, вот сильно-сильно возьми, вот раз, прокрутил, тут уже как бы, да? Она сама вырываться будет уже практически еще раз туда, повыше. Она сама, видите, выпадает. Это резко даже не надо. Как бы, когда делаешь здесь блок, раз, прокрути ее, ослабь запястье. И потом уже сделай. Попробуй. Надо, чтобы смысл понимали. И причем вот эти все освобождения из захвата, его встань, пожалуйста. Освобождение вот эти из захвата все, да, когда мы стоим, сами не закрывайте сильно. То есть это и веда барай, а раз у нас. Оп. Это у нас и зеда мука. Оп. Это у нас и куча мука. Оп. Это у нас и сода мука. Оп. Это у нас и учи веда барай. Веда и учи, да? Это у нас и раз. Поэтому вот это движение мы хватаем. Это у нас даже кицуя росига в мути. Раз. Любой удар это же самое туда подходит. То есть кицуя по векаме мути. Раз. Макатаем. Майюка мути. Раз. И в голову вот туда. Но тут я на средний замах сделал. То есть, соответственно, здесь повыше. И вверх туда. Если в голову туда вверх, да, то раз. И здесь макатаем. Это даже с утома васюркой, то есть когда он схватил вас, да, то есть назад вышли в стойку. То есть можно таким образом, правильно? А после этого можно, что мы можем сделать? То есть мы вышли назад, центр тяжести занизили, туда назад вышли, сделали, сверху ну, там, по ногой можно натянуть. Ну, так, различие абсолютно по-любому. На любой удар даже замах, то есть он делается, мы катаем. Сотку УК поделайте и лучше УК то же самое попробуйте, чтобы смысл понимали технику, которую мы сейчас катаем, а не просто это как бы формальная техника была.
замах, у тебя сразу же пошел сюда, в конечную точку, а нужно вот это движение. Поэтому ты руки его не задел совсем, они в конец пошли. А теперь нужно раз и сбоку здесь. То есть по кругу здесь. И тут смотри, когда ты сделал, раз, тут надо с запястьем его как бы немножко вперед. Раз. Вот смотри, ты делал так. На эту правую руку посмотри, ты сделал замах. Так. Замах сделал, да? Вот, то есть чуть-чуть еще здесь дожимаешь руку, кисть ровно выравниваешь, уже не получается немного, видишь, скажу. И здесь таким вот прокручиванием и вперед ручками. Раз. И в сторону, то есть освободиться можно. Попробуй. Кисть, когда вращается она, то есть запястье раз-раз, то есть получается, что освобождаешься от захвата. Здесь попробуй прокрутить немножко. Видал, как у него? Раз. О, видишь? То есть получается. Ну, только сильно там. Не видишь, что у него травматизм у нас. Замах следующий раз. Раз. Повернуться надо сюда. Вот так ровно. Ты видишь? Тогда у тебя получается здесь ключики. Раз. Самое лучшее попробуй быстро. Самое хорошее попробуй всегда быстро. То есть немножко не так руку сделал, уже не получится как-то. Можно центр тяжести занизить, когда противник посильнее, допустим. Вот делай, Саня, сейчас замах правой рукой с ОТУП. Когда скажу стоп, остановись. Раз. Вот здесь смотри. Я сказал, ну стоп. Здесь локоть от себя подними вверх вот так. Локоть. Видишь, я вот этим локтем поворачиваю, у меня рука не поднята. Видишь, у меня сразу запястье освободилось. Ты замах сюда делаешь. Ты сюда должен делать. Правильно? Локоток по центру, а ты вниз сделал. И сразу освобождается рука из, ну, из нижнего плена с этого. Вот технику надо на нюансы обращать внимание. Куда дать? Ручки положили за голову. И пошли вперед. Ножки согнули вниз. Ножки вниз согнули и быстрый переход вперед. Раз, два, раз, раз, раз. Молодец, запуск. Ше! И пошли вперед. Раз. И следите, чтобы носочки были на расстоянии вытянутых рук, вертикальной линии, туда они сходились. Ус. И пошли. Ус. 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 Молодец. Ус. И вот сейчас СОТУК поставили, переход быстро, а блок с той скоростью, с которой вы можете делать. И в конце надо, чтобы рука не просто стала здесь, а центр преодолела. Раз. И второй параметр важный этого блока, то есть он сбоку должен, это второй. И здесь локоть докручивается, то есть такое. Вот Саня, Саня, смотри друг друга, Саня. Мты! Ща! И вот на расстоянии удара, то есть на расстоянии удара. Егор, у тебя задача руку, в боевую стойку встань, руку выпрями. Как вот в КМИТ для этого, для экзамена. Ручку сюда. Раз. Путь, который преодолевает рука, он гораздо длиннее, чем локоток, вот это движение. Правильно? Раз. Вот это движение и надо, чтобы в СОТУК присутствовало. То есть раз, сбив локоточку. Покатаем? Приготовились. Тебе надо, короче, концентрироваться над чем? То, что замах. Пальчиком к себе. Раз. Сверху. Снизу. И здесь пальчиком. Вот с этим можно справиться. То есть, когда при переходах меняется. Дзёдан и сразу же тюнан. Потом с другой стороны. Дзёдан и сразу же тюдан. Дзёдан. Тюдан. С небольшой паузой на дзёдан. На замахе, чтобы показать, что запомните себя, мне показать. Рукой пошли. Дзёдан, тюдан. Сан. Ос. Ос. Ос.
справа еще. Ич. Ос. Ос. Ни. Ос. Ос. Вот. На третий раз начало получаться, какой рукой делать. Правой. Ич. Ос. 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 Молодец. Сейчас работай над тем, чтобы вот так рука была вот таким вот образом. Ос. Ни. Ос. Ос. Ну что, Макс, получше стала техника? Ос. Чувствуешь сам-то? Ос. Уж то красавчик. Так, сюда.